Всем привет, вы на канале Apollo Games, и это игра Last for Darkness. Земля уже принадлежит нам, пора узнать, что прячется среди звезд. Ты помнишь, как он выглядел? Кажется, он был лысым. Джонатан, я уверена, что выдумала все сама. Давай больше не будем об этом. А что, если он настоящий, да еще и психопат? И серьезно? Психопат? Думаю, это уже слишком. Ты только что рассказала мне, что тебя кто-то преследовал. Я волнуюсь, вот и все. Даже не знаю, кажется, что это все не настоящее. Новая цель — выбраться из комнаты. Интерактивные предметы у нас. Ключик. Свидание? Какое еще к черту свидание? Приглашение. Дорогая Аманда, сегодня вечером 18:30 я заберу вас из вашего нового дома. Я искренне надеюсь, что вы, как и я, не можете дождаться нашего первого свидания. Не беспокойтесь, я обо всем позабочусь. Все, что вам нужно сделать, это следовать по пути любви. Я с нетерпением жду нашего романтического тет-а-тет. С уважением, Елвертон. Цель — выбраться из подвала. Масок. Это что, чья-то извращенная шутка?
Мы уже побывали там, увидели космическую матку порочных богов. Мы вернемся, ничто не остановит нас, ни пространство, ни время. Один год спустя. After the last sleepless night, I'm not going to stare at the screen for a moment longer. The commission for Alex is a fucking disaster. Бурбон. Сейчас мы играем с вами за главного героя, Джонатана Муна. Жена которого пропала год назад. Как видим, он выпивает, грязная посуда, везде шмотки валяются. Он собрал ее вещи. Ее последняя незаконченная картина. Пожалуй, лишь набросок. Этот дом много значил для Аманды. Она даже помогала мне с дизайном. Когда мы закончили, она сказала, что сбылась ее самая большая мечта. Посмотрим, что-нибудь есть в ящиках. Видимо, ничего нету. Я собрал ее как раз перед тем, как Аманда исчезла. Она бы ей понравилась. Сгнившие фрукты. Сувениры с нашего нового месяца. Все деньги, оставшиеся после ремонта, ушли на эту поездку. Теперь из-за долгов что-то там. Что здесь еще есть? Ключи от машины. Кто-то только что бросил трубку. Перезвонят, если что-то важное. Someone must be fucking with me. Кто-то явно пытается навести меня сюда. Аж голова разболелась. Может, в ванной есть еще более утоляющие? Они издеваются. Джонатан, я не могу представить, каково тебе сейчас, но это закончится. Просто поверь мне, я знаю, как это звучит, но на самом деле другого выхода нет. Особняк Йелвертонов на окраине парка Ройсном. Ты должен быть там сегодня вечером в полночь. Только так ты можешь помочь мне и себе. И, пожалуйста, не говори полиции, они узнают. И тогда все усилия будут потрачены впустую. Проникни в особняк с южной стороны, не позволь никому тебя видеть. Я расскажу больше в саду. Извини, я знаю, как это выглядит, но доверься мне, сделай это, пожалуйста. Особняк Йелвертонов в парке Ройстон. Полночь. А.
Аманда. Аманда, она жива. Не звонить в полицию, они узнают. Черт, что же делать? Надо посмотреть, где находится этот чертов особняк. I gotta check where this fucking mansion is. Посмотреть на компьютере местонахождение особняка Эллертонов. На этом. Видимо, да. Ройстон Парк. Поиск. Ройстон Парк, Пенсильвания. Новая сюжетная линия. Культ экстаза. All right, I know where it is. Отлично, я знаю, где это. Я почти уверен, что это выходки какого-то психа, но это был ее почерк, я его знаю где угодно. Может, кто-то заставил ее написать это? Okay, fuck it, I'm going there. Ладно, черт с ним, надо выезжать. Взять ключи от машины. Мы как раз едем на кухню. These power cuts are getting to be annoying. Right. I took the last pill yesterday. Точно, я вчера последнюю таблетку принял. Это мой утоляющий. А вот и машина. Первая звезда первобытного архипелага вспыхнула. Давайте следовать его блеску в земле, который наш ум не будет использовать. Ройстон Парк. Mansion's probably off the main road. Нужно сойти с главной дороги, чтобы найти особняк. Искать особняк Элдертонов. Сюда можно зайти? Да, но здесь ничего. Проклятие. Лучше оставаться незамеченным. Найти подсказки от ставки, оставленные Амандой. Где нас ждет-то? О, сад. Должна быть здесь. Нам надо искать какие-то подсказки. Где же они? Ой.
подожди. I hope that's what I'm looking for. Надеюсь, это то, что я ищу, а то блуждание по этому саду начинает сводить меня с ума. Боже, надеюсь, ты это читаешь. Но я также беспокоюсь, что с тобой что-то может случиться. Будь осторожен, это опасные люди, не вызывай подозрений. Они проверяли людей у ворот, поэтому, если ты наденешь мантию и маску, ты должен быть в безопасности. Увы, здесь идет худшая часть. Я не смогла получить приглашение на праздник. Они собираются проверить их снова на входе. Надеюсь, ты сможешь найти другой способ войти в особняк. Я знаю, как это все звучит, я знаю, что это все безумие, но ты должен это сделать, прости. Теперь, пожалуйста, пройди внутрь. Затем найди меня и осторожно следуй за мной. На мне будет белое платье. Аманда. I don't feel ощущение, like myself. Будто я сам не свой. This night just keeps getting weirder and weirder. Страннее. Найти способ пробраться в особняк. Здесь мы первую серию закончим. Если хотите увидеть, что будет дальше, ставьте лайки.